поскольку будет приниматься решение о его прекращении полномочий. Уважаемые коллеги, я вас прошу присесть. Можем по нашему телевидению во время перерыва. Если Государственная Дума согласится с нашими аргументами. Тем повестки дня. Пожалуйста, Валентин Степанович. Уважаемые депутаты, пункт 7. Второе чтение законопроекта о дополнениях и изменениях. Алексей Александрович, у нас изменилось мнение. Он подготовил обращение. Потише. Уважаемые коллеги. Ну, мы решили, что в пятницу в 16 часов заслушаем вопрос о даче согласия президенту на назначение премьера. Как вы думаете, вопрос, они оказали опять сегодня, и что, как это будет влиять? Да, пропустите меня. Сейчас. Не дают ни на рублях, ни на долларах. Ну что это? Непонятно. Возлюбленные. Они нам очень понравились, и эта идея нарисовать вот, возникла у наших художников. Значит, воссоздать такое произведение. И у нас они очень хорошо покупаются. Значит, то есть матрешки. Значит, одна в другой. Но я думаю, что они очаровательные. Пускай бы у нас, как говорится, была бы экономия. Да, 15 его личные любовниц, дела. Да. We have a plan. We don't have political power to realize this plan. We have a professional people which are able to realize that, but we need to have political support. And this is the crucial point. Коллеги, давайте по-русски сначала вопросы, да, чтобы сначала, потом по-английски. There are no specific measures because, in any case, Russia cannot forever leave just waiting for the next tranche from IMF. So I think most of the measures to be undertaken have to be on the outside. If our government and our authorities want really to have a budget which is much more sound than it is now, they have to give us more authority to collect taxes. There should be no favorites. Those who do not pay taxes should be closed down or sold. So that's the issue. So IMF is just bridging loan to prosperity, but it has nothing to do. You cannot import reforms. You cannot buy them. Nobody can finance them from abroad.